В Алекминске состоялись встречи представителей «Газпром-Трансгаз Томск» с местными властями и общественностью. В районе сегодня прокладывают трубы мегапроекта «Сила Сибири». На какой стадии сегодня находятся работы? Как договорились о помощи газовиков Алекминску в социальных вопросах и проблемах? И будут ли привлекать местные кадры для «Силы Сибири»? Реализация грандиозного проекта «Сила Сибири» началась давно. Территория Алекминского района также задействована, и сегодня здесь полным ходом идут работы. Буквально недавно прошла укладка первого участка магистрального трубопровода. Общая длина его составляет 1 километр 24 метра. Начались работы по укладке первого участка магистрального газопровода протяженностью 1 километр 24 метра. Перед этим были проведены работы по разработке траншеи до проектных отметок. После этого была сделана подушка под газопровод, сняты отметки, после этого была принята нивелировка траншеи, и последующая работа по укладке сегодня началась. Важный этап работы совершен без суеты и излишней помпезности. Четко и отточенно специалисты произвели все операции. Проверка трубы перед укладкой. Буквально по команде взгляда сработанная команда из машинистов 9 огромных трубоукладчиков как бы играючи подняли и аккуратно уложили первые метры. Достаточен масштаб и предварительных работ, подготовка траншеи, неоднократная проверка самих труб, решение проблемы со сложностями почвы. Наши подрядчики планируют с середины месяца выйти уже как бы на полный комплекс. Будет организована работа в двухсменном режиме. Ну и, соответственно, увеличится количество. И пойдем вперед дальше. Говоря о проекте, можно говорить не только об его важной составляющей в промышленном масштабе. Вот этот проект принесет для Алекмы самые большие, скажем так, выгоды. Это то, что с окончанием строительства этого объекта, газопровода магистрального, начнется газификация населенного пункта. Это то самое, что ждет население больше всего. Заходя в район, представители крупной компании считают обязательным решение и помощь району в социальных проектах. Значимой поддержкой для Алекминской больницы стало поступление современной аппаратуры, необходимой как в до, так и в послеоперационный период. Работаем с аппаратом, подключаем аппарат, чтобы больным было это соответствующее, чтобы доставка лекарства соответствующего, сторону, остальные. Поэтому наша медицина нуждается в последнем, что поколение аппарат, с этим аппаратом работать нам очень легко. Во-первых, как российские, мы больше понимаем, нам более доступно работать с аппаратом. В рамках благотворительной помощи обществом «Газпром-Трансгаз Томск» было приобретено оборудование для районной больницы, которое востребовано. Надеемся, оно окажет большую существенную помощь врачам в их работе, ну и пациентам в их выздоровлении. Радость ребятне одного из дошкольных учреждений города доставила детская площадка, установленная на территории садика. Это подарок, которому рады были как дети, так и педагоги, ведь большинство игровых снарядов изготовили сами родители. Общая сумма поддержки района более 12 миллионов. Это оборудование для столовых, детские площадки и прочее необходимое. Мы признательны за поддержку, подытожил встречу глава района Виктор Васильев. Но основным приоритетом мы считаем обучение, трудоустройство или иная форма задействования местных кадров, как при реализации проекта, так и при его работе в дальнейшем. Елена Фаст, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.